Я уже успел развернуться на Трёпшино, а эти только приехали. И все, и пожарные, и МЧС, и скорая. В общем, точка входа. Точка входа. Точка выхода. Жесть. Чувак жив? Охренеть. Сотрясение мозга тут? Так. Через переход. Обалдеть, чуваку повезло, он жив, перелом пальца ноги, сотрясение мозга. Сегодня вот специально остановился даже заснять, вообще жесть. Это пешеходный переход, такого я еще не видел. Влетел он сейчас, покажу как так. Летел он вот сюда, а вылетел он оттуда. А вылетел отсюда. Я первый раз такое вижу. Вообще жесть. Оставил там мотоцикл специально, чтобы здесь отснять. Вот его начал тереть запчасти. Вот так вот пролетел все это дело. И вот сюда вот нырнул. Да, жесть жестяная. Вот так-то вот, не летайте, ребята.